Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Решил съесть в лес, посмотреть, как растут грибочки. Еду вот по дороге. Такая красота кругом. И вот смотрите, лесная дорожка. И вот прям у дороги гриб. Боровичок. Какой. Вот. Красавчик небольшой. Посмотрим сейчас. Посмотрим мы его. Какой он есть. Ну, он идеальный. Беру. Поеду дальше. Может, еще попадутся. Ай да, к нам грибочек. Вот еще одна находочка. Посмотрите, какой громадный. Но я его срывать не буду. Есть только ножка. Ну нет, не буду тревожить его. Пускай растет. Здоровущий. В том году я здесь ехал. И сразу... такую штуку на десятку нашел. Все как один были. Ну, сейчас что проеду. Вот так вот по лесу. Поищу. Должны быть. Вот пробежался кругом. Еще один нашел. Ну, тоже большой. Белый гриб. Перерос. Ну пусть стоит. Живи, грибок. Не зря. Я вот в этом месте остановился. Знаете, какие елки-то. Вон что. Ух. Где они росли? Грибы. Где я собираю? Там они и растут. Вот такой шикарный. И вот такие вот два стоят. Сейчас мы их посмотрим. Посмотрите, какие идеальные. Он какой здоровущий. Чистенькие все. Такие раз такие. Наберем. Еще. Походим, посмотрим. Этот, смотрите, какой гигант вымахал. Вообще прям здоровущий. Вот зажигалку положил. Смотрите, вот зажигалочка. И вот такой гриб. Сейчас мы его посмотрим. Здоровущий. Это да. Посмотрите. Я его даже разрезал. Он идеальный. Вот такой громада идеальный. Единственное, что когда буду чистить, вот эту губку я буду снимать. Иначе очень долго сушить. Вроде рекомендуют ее снимать, но я всегда ее снимаю на больших грибах. Вот смотрите, какой маленький рядышком. Ой, какой. Ну вот, находочки такие у нас. Ну это, конечно, удивительно даже. Такой большой, идеальный. Иду вот так по лесу. Смотрю. О, думаю. Боровичок подошел, а это масленок. Посмотрите, какая у него ножка толстая. Прям вылитый боровичок. Ну, расти, масленок. Смотрите, друзья. Вот иду по лесу. Издалека заметил
мухоморы растут. Ну и думаю, сейчас найду белые. Ну и точно, вот они рядышком, парочка стоят. Смотрите, какие красавцы. И вот сейчас мы их посмотрим. Они прям шикарные такие. Классные. Вот так вот мухоморы грибы привлекают. Посмотрим. Потом пойдем к мухомору. Уж больно он громадный. Ну, конечно, громадный. Вот ориентир на белые грибы. И вон еще один. Мы его посмотрим. Вот такой. Ух, красавчик. Ну, сейчас давайте, мухоморочки, еще говорите, где белые грибы. Будем мы искать. Далеко ходить не надо было. Посмотрите. Вот коряга такая страшная. И мухомор. Ой, какой мухомор. Белый гриб. В голове одни мухоморы уже. Сейчас мы его посмотрим. Здоровущий, конечно. Ну и удивительно хороший. Доберем дом, посмотрим. Со шляпкой поработаем. Все. Идем дальше. Ищем. Ну. Не отпускают они меня. Белые грибы. Дело к вечеру уже. Иду к мотоциклу. Только вот тебе положил рюкзак тот. Вот и что находочка. Ну, приятно. Вот они. Такие красавчики. Три штуки. Посмотрим, что вы из себя представляете. Ну, факт, что хорошие. Но они идеальные. Посмотрите, какие. Ну, идем дальше. Надо возвращаться к мотоциклу. Посмотрим, что у нас еще попадется. Вечер начинается. Вечер. Ну, идем. Вот, друзья мои, был я здесь дней 5 назад. Те, кто смотрит мои видео, запомнили это место. Мухоморы я снимал. Вот какие они подросли. Быстро грибы растут. Ну, и где мухоморы, там и белые. Посмотрите, какой красавчик затаился. Какой. И вот я еще маленького заметил. Сейчас покажу. Белый вроде. Нет. Это вроде масленок. Да, масленок такой. Ну ладно, пойдем тут сорвем. Хожу вот. Я по такому лесу. Как недавно я здесь оставил гриб. Ну вы, наверное, видели. Один сорвал, а другой закопал. Но там росла рябинка. Не стал я веточку ломать. Ну вот, вроде место знакомое. Ну нету. Ну нету, значит и не надо. Может кто-то сорвал. Идем. Идем. Ближе к мотоциклу. Идем, идем. Сюда идти не могу. Такие вот грибочки встретил. Интересные. Такие красивенькие. Ну, не знаю, съедобные они, несъедобные. Брать я их не буду, конечно. Пусть растут.
Значит, кто знает в комментариях, что это за грибочки, специалисты, напишите, как они называются. Просто интересно. Ну, растите дальше такие грибочки розовенькие. Но сегодня меня белые грибы не хотят отпускать. Как-то они от меня прятались. Сейчас вот иду. И вот они такие находочки. Вот смотрите. Ну, староватый уже. Вот этот вот вообще огромный. Вон чего. Вымахал. Быстро они стареют. Ну, даже рвать не буду. Тут маленький посмотрю. Вот один, может, из этих. Из этих вот. Ну, спасибо, друзья мои, что были со мною. Походили мы, покатались, грибочки белые пособирали. И чтобы походить, на вечерок уже. Всем пока, всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока. Хватит на сегодня грибов нам. С ними все работать. Пока-пока. Всем удачи. Всем мира и добра.